Привет всем, кто меня смотрит. И я сегодня решила снять видео и посвятить его крокетам с рисом и плавленным сыром. Для этого нам понадобится риса. Значит, я брала 2 стакана сырого. Вот у меня такое количество получилось. Далее, что нам нужно? 300 грамм шампиньонов, 3 яйца, 2 идет в рис, 1 для панировки, панировочные сухари, подсолнечное масло для жарки, плавленных сырков 2 штуки, у меня один с беконом, другой обычный. Далее морковь, лук и тертый сыр твердый. Итак, приступаем. Для этого нам необходимо 2 яйца вбить в рис. Ну так, вот я вбила 2 яйца. Далее хорошо перемешиваем. Добавляем сливочного масла немного, соль, перец по вкусу. Далее отправляем тертый сыр. Вот он у меня. Ну вот, я добавила, сейчас буду хорошо это все перемешивать. Итак, что мы делаем далее? Берем столовой ложкой нашу рисовую начинку, ложим на чистую ладонь, делаем углубление и ложим кусочек плавленного сыра и закрепляем. Вот я показываю на доске. Значит, поклали столовой ложкой, сделали форму кругленькую, потом столовой ложкой сделали углубление, поклали кусочек вот сюда плавленного сыра и закрепили. Одной рукой я, к сожалению, не могу это все сделать, потому что снимаю видео, и вот так вот закрепили. Ну вот. И придали форму, какую вам нравится. Круглую, овальную. Я делаю кругленькие. Вот так вот. Ну, сейчас я далее доделаю. Потом обваляли в яйце и в панировочных сухарях. Ну вот, я сделала такой вот кутляшок. Обваливаю его в яйце взбитом и далее в сухарях панировочных. Жарим на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Ну вот, пока мои крокеты жарятся, на следующей сковородке, вот она, жарим лук, морковь и добавляем туда грибы. Это будет гарнир крокетам. Ну вот такая вот вкуснятина получилась. Сейчас покажу, какой крокет в разрезе. Ну вот такой вот он в разрезе. Там плавленый сырок хорошо расплавился. Вот я подала крокетам грибы с морковкой и луком. Это все я протушила. Если кто-то не любит такой гарнир, можно сметанку или еще что-то этот придумать. Может какой-то соус. Вот салатик. Если кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Алина Савченко. Всего хорошего, до скорых новых встреч. Пока-пока.